Карагандинские прокуроры взялись за хот-доги и гамбургеры. Надзорным органом региона выявлен подпольный цех по производству хлебобулочной продукции. Пекарня около 4 лет работала без заключения СЭС в одном из жилых домов Караганды. Фастфуд готовился в антисанитарных условиях. В здании отсутствовало водоснабжение, канализация, вентиляция. Чебуреки и булочки реализовывались по 35 магазинам шахтерской столицы. Скорее всего, владельцам пекарни придется оплатить штраф в размере 30 МРП и закрыть свой цех. Прокуратурой дело направлено в суд. У работников, которые осуществляли выпечку, отсутствовала специальная одежда, санитарные книжки и соответствующий допуск органов санитарно-эпидемиологического надзора к работе. Ежедневно на протяжении нескольких лет, это с 2009 года, более 500 единиц опасной хлебобулочной продукции в последующем реализовывалось на 35 магазинах города Караганды на автотранспорте в антисанитарных условиях.